имеем дело с представителями древнейшей профессии. Поэтому я предлагаю... диктофоны пишите, пожалуйста, тогда. Мы имеем дело с представителями древнейшей профессии. Но хотя бы надо в этом раз попытаться стать одним из сутенеров. Поэтому я предлагаю принять участие. И от того, что мы не примем участие, будем сидеть, плеваться, харкаться, от этого ничего не изменится. Если у нас будут достойные люди, за которых я... Вот что-то Жармахана не вижу. Я не вижу Туякпая здесь. Значит, что? Я думал, ОСДП... Это признак чего-то нехорошего для меня. Да, конечно. Мы я с вами согласны. Извините, пожалуйста. Понимаете, вот эта двойная мораль, вот двойной стандарт везде у нас, даже у нас здесь мы сидим, оправдываем, вот оправдывает Соловей Назарбаева любой промах власти, и мы тоже сидим здесь, сейчас оправдываемся. Если мы на самом деле верим, у нас другого нет, другой оппозиции нет, вот такая у нас оппозиция. Если у нас будут достойные люди, если мы поверим, если они верят в нас, тогда мы должны объединяться, и надо что-то делать, надо пробивать своих людей туда. А если обманут они наши надежды, тогда это другой разговор, будем опять вякать. Я предлагаю принять участие и двигать оппозиционную мысль вообще в массы. Спасибо. Спасибо.